Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Корсил. Корсил выпускается в виде таблеток или дрожже. Действующим веществом является экстракт плодов расторопши пятнистой. Относится к гепатопротекторным препаратам. Средства относят к группе препаратов, которые применяются в терапии болезни печени и желчных протоков. Является липотропным веществом, которое незаменимо в нормализации обмена липидов и холестерина в организме. Применяется при токсических поражениях печени, состояниях после перенесенного острого гепатита, при хроническом гепатите невирусной этиологии, при стеатозе печени, также в комплексной терапии цирроза печени и как профилактика печеночных поражений при продолжительном приеме лекарств, алкоголя или при хронической интоксикации, в том числе профессиональной. Принимают Корсил внутрь до еды, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения продолжается не менее 3 месяцев. Взрослые дети старше 12 лет получают лечение тяжелых поражений печени, начиная с суточной дозы 420 мг по 4 дрожже 3 раза в день. При более легких случаях и в качестве поддерживающей терапии по 1-2 дрожже 3 раза в день. Профилактически принимают по 2-3 дрожже в день. Противопоказаниями является гиперчувствительность к действующему или любому из вспомогательных веществ препарата. Детям младше 12-летнего возраста также не рекомендуется. Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.